20 минут о красивой жизни, интересных людях и ярких событиях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Витамины – щит и меч нашего здоровья. Они поддерживают обмен веществ и улучшают самочувствие. Витамины сегодня доступны в самом широком ассортименте. Однако возникает другая проблема. При бесконтрольном их применении организму можно сильно навредить. Сейчас уже научный подход как раз позволяет нам определить, какой именно витамин нам нужен, и самое главное, какой дозировки нам он нужен. И как раз для этого мы делаем лабораторные исследования, которые позволяют нам определить, что именно в организме происходит внутри. Не то, что лежит на поверхности, то, что мы видим, а именно то, что как раз является причиной этого состояния, для того, чтобы его скорректировать наиболее эффективно и, самое главное, на долгий период. Необходимо, конечно, то есть первоначально, если мы сдаем анализы, и их повторение в интервале от 3 до 6 месяцев, как правило. И имея, да, то есть возможность это проконтролировать, можно наглядно показать человеку, да, что было до принятия, да, того или иного препарата, той или иной биологической добавки и после. Открытия в области нутрициологии совершаются практически ежедневно. Именно поэтому так важно врачам постоянно обновлять свои знания и держать связь с представителями компаний-производителей витаминов, чтобы предложить своим пациентам оптимальное количество и эффективную схему приема. На сегодняшний день дефицит микроэлементов и макроэлементов нужно корректировать. Дефицит у человека есть. Тем самым мы можем повысить продолжительность жизни человек в нашей стране, улучшить его качество жизни. И это, я думаю, повлияет на профилактику сахарного диабета, опорно-двигательной системы человека и профилактику онкологических заболеваний. Самое главное, да, предупредить процесс патологический, который запускается именно на основе имеющихся уже тех или иных дефицитов. И естественно, только врач может определить, да, в какой степени уже имеются изменения и в какой дозировке, да, лучше будет и применять тот или иной препарат. Зная заранее, что нам нужно конкретно, мы можем как бы убрать лишних препаратов, которые нам тут совершенно не нужны и даже приносят нам вред из-за того, что мы перегружаем, опять же, организм, перегружаем нашу печень, наш желудочно-кишечный тракт. Вот. Это им позволяет сделать это все безопасно. Посетив семинар по нутрициологии, лишний раз убеждаешься в том, что выбор витаминов – это очень серьезный вопрос. И чтобы не тратить зря свои деньги и не рисковать здоровьем, не стоит назначать витаминный комплекс самостоятельно. Начинаться все должно с приема врача и диагностики. Ежегодное дефиле на Кировке стало обязательной частью празднования Дня города. Парад моды не пропускает и программа Beauty Time. Самые яркие моменты дефиле 2019 года в нашем репортаже. Проекту дефиле на Кировке уже 16 лет. И если первые показы дарили челябинцам возможность вживую увидеть настоящих моделей, которые представляли сложные подиумные образы, то в последние годы парад превратился в фэшн-шоу для всех. Это очень демократичный проект, который как раз и показывает возможности моды, возможности вот современных дизайнеров, дизайнеров со всего мира. Есть и вот греческие шубы, итальянские, есть турецкие, есть немецкие коллекции. В том-то весь смысл. Когда мы показываем только на моделях, а людям, обычным людям, неинтересно это смотреть, потому что вещи эти с модели, они на себя не наденут. Мы покажем одежду для детей, для женщин, для мужчин, для людей разной комплекции, от самого маленького размера до расширенного размерного ряда. Показы будут делать и дети, и профессиональные модели, и взрослые женщины, чтобы всем зрителям, всем категориям зрителей было интересно. А мы хотим наших горожан порадовать какой-нибудь интересной новинкой, какими-нибудь мыслями своими дизайнерскими. В Светлане там всегда, конечно, много творческих личностей, мне с ними интересно. Мы все равно одно дело делаем. Образы, составленные из готовой одежды, обычно собирают за пару недель до события. А вот авторские работы начинают готовить за несколько месяцев. Дом моды «Фортуна» свою коллекцию посвятил великой Габриэль Шанель.
В нашем дефиле участвуют VIP-клиенты нашего дома моды «Фортуна». И, конечно же, они любят красивые вещи, неординарные, эксклюзивные, очень много ручной работы. То есть некоторые вещи вот, полностью собираются вручную, полотно расшивается, жемчуг итальянский, такой достаточно хорошо, он и на сцене, и в жизни хорошо смотрится. Коллекция готова на 100%, уже полностью, абсолютно. Мы сегодня только расстановку будем делать по цветовой палитре, по стилистике. Каждый выход на подиум – это перформанс с участием танцоров, музыкантов, световыми эффектами и оригинальной музыкой. У нас традиционные показы – это Капитоль. Также мы ежегодно показываем коллекции мужской одежды Пепласа. У нас будет представлена немецкая одежда Рабе. Также у нас Максимода магазин представляется, Эйфория. Лига джентльменов, это тоже одежда для детей. Вот, собственно, достаточно вот, охватить всю категорию магазинов, чтобы понять, верхняя одежда, там, нарядная одежда. И, ну, вы можете сейчас посмотреть, просто сами сделайте выводы, что модно в этом сезоне, что и с чем можно комплектовать. И можно в одном магазине, можно из разных магазинов составить комплект. Будет показываться мужская коллекция, представлены пальто, костюмы, пиджаки, трикотаж. То есть огромный выбор как для молодого, так и для более взрослого мужчины. Безусловно, примерки были. Девочки готовились очень давно. Была проделана огромная работа. Я думаю, что показ пройдет на очень высоком уровне. Сегодня на параде мод рады представить нашим дорогим женщинам итальянскую коллекцию в деловом стиле, естественно, в коричневых цветах и их оттенках. Самые красивые и актуальные аксессуары, прекрасную обувь и все самое трендовое. Мы для каждого возраста подберем модель, подберем расцветку, и при том ни один человек от нас не уходит недовольный. Есть много разговоров на тему, может ли быть модным и стильным промышленный город. И пусть после этих споров каждый остается при своем мнении, но очевидно одно – люди, которые хотят создавать моду в Челябинске, есть, и они успешны. Вы – женщина с формами, и вам хочется одеваться стильно и модно, нравится себе и окружающим? Специально для вас имидж-клуб «Светлана» объявляет набор в проект «Модель X+». Подробности по телефону 263-57-37. Энса. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensastyle.ru. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирова 159. Исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. Макфа. Мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Есть вещи, которые всегда остаются в тренде, как, например, длинные пушистые ресницы. Именно поэтому Академия Премиум Бьюти из года в год выпускает десятки лэшмейкеров. В
плотном графике лекций и практик мастера бьюти-индустрии находят время и на отдых, и на развлечения. Но только вот неформальные встречи все равно получаются посвящены ресницам. У нас сегодня на самом деле очень насыщенный день. У нас сегодня проходит лэш-встреча. Такая лэш-встреча у нас планируется проходить ежегодно. Сегодня у нас будет официальная часть, это посвящение наших судей специализированных, которые специально проходили тренинг для того, чтобы судить качественно, справедливо и беспристрастно. Сегодня они вступают в статус действительных судей. Сегодня у нас небольшой перформанс, мы снимаем клип, пародируя очень известные песни. Шесть лет назад я встретилась как раз с этой школой первый раз, познакомилась. Вообще нашла случайно, скажем так, на просторах интернета. Ну, заманила, наверное, скажем так, их добродушность, что ли, простота, скажем так. Ну и, конечно же, отношение к своим ученикам – это, безусловно, просто поддержка колоссальная в любой ситуации. Всегда помогут и подскажут. Ну и поэтому по сей день, в принципе, я с ними каждый раз встречаюсь. Если я вижу, что работы красивые, я сразу иду в эту школу обучаться. Прошла, на самом деле, достаточно у них. Объемы, мегаобъемы, моделирование, сложное моделирование. Практикую все это. Теперь вот иду медленно, наверное, к своей цели, до хотя бы тренерства. Стать высококвалифицированным мастером – это еще не все, чего можно добиться. Следующий этап – судейство на конкурсах. Я Карпов Вячеслав. Я Мелеша Ольга. Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности. Быть беспристрастным и справедливым. Как велят мне долг судьи по наращиванию ресниц. И моя совесть. Ура! Доходишь до вершины, хочется что-то дальше развиваться. Поэтому решился выйти, так скажем, в лидеры, в судьи. Расти всегда надо куда-то, расти всегда, стремиться к каким-то новым высотам. Ну и вот, наверное, один из пиковых таких моментов – это обучение на судью. Причем очень интересно, что Академия Премиум Бьюти, она учит своих судей самостоятельно. То есть мы не именитые мастера, мы обычные там работяги, так скажем, которые в определенный момент, ну, решились на участие в конкурсе и заняли призовое место. И теперь мы будем судить девочек точно так же, как когда-то судили нас. Это очень сложно. Даже свои работы оценивать непревзято, просто очень тяжело. А тем более кого-то, кто знаешь, очень тяжело судить. В лэш-сфере главное найти своего наставника, который с трепетом и основательностью передаст свои знания. Мегаобъем – это когда используется на одну натуральную ресничку. От 4 и более искусственных ресниц с изгибом М. Данный изгиб появился достаточно недавно и на сегодняшний день занимает трендовые позиции в наращивании ресниц. При этом толщина искусственных ресниц является безопасной для натуральных ресничек и позволяет носить такие объемы, не повреждая натуральные ресницы. За гордость делиться своими знаниями и растить своих даже не преемников, а лэш-детки. Их так всегда называют, это мои детки, которыми я горжусь и победами которых я живу. Это сильный, умный человек, креативный. Она одухотворяет нас своими знаниями, обогащает. Хочется двигаться так же, как и она, вперед. Съемки клипа, мастер-класс по объемам и дружеское общение. Кажется, что все эти люди действительно как одна большая семья. А как известно, в такой атмосфере и поддержка колоссальная, и результаты работы самые лучшие. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Common в завершении выпуска. We'll be right back.
с новой коллекцией. Надеемся, что показ вам понравится. Моей одежды 56. Это не так уж и много, правда? Но во всех этих магазинах одежды на меня не найти. Твой размер больше 50. Ты испытываешь такие же проблемы? Приходи и участвуй вместе со мной в конкурсе «Плюс сайз красоты Леди Мармелад 2019». Наш проект – это уникальная возможность за 31 день изменить свою личность, научиться жить, быть женственной и красивой в этом теле. Кстати, главный приз проекта – 100 тысяч рублей. Следи за новостями конкурса в соцсетях. Нам нужна только ты. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Одевайся свободно. Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. Сеть салонов европейской одежды «Стрит Кутюр». У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на Соне Кривой 30 и Пушкина 65. Стильно и элегантно, строго и со вкусом. В тренде и с характером. Все это про одежду бренда Medi Art. Деловую капсулу и образ на выход мы подберем вам с удовольствием и профессионализмом. Medi Art – гарантия восторженных взглядов. Хотите еще больше новостей о красивой жизни? Подписывайтесь на наш Инстаграм, вступайте в группу ВКонтакте, а также заглядывайте на наш сайт и YouTube-канал. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».